Друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть в игрушку Европа Универсалис 4 за Россию. Да, уже Россию. И мы с вами в прошлой серии наконец-таки вышли к морю, да, это замечательно, у нас тут Япония все развивается и развивается. Это довольно-таки не очень, если честно, но да ладно. Также мы до сих пор воюем с Чагатаем, потому что тут нам Яркент немножечко в этом плане мешает позахватывать пробки, которые мне в данный момент нужны. Не знаю, мы сейчас уже будем объявлять мир. Также мы с вами в прошлой серии, кроме как этой войны, уничтожили... Кого? Узбеков плюс Казань. Казахи стали нашим вассалом. Тут Шунь еще ходит. Да, это наши вассалы. Вот эта вся страна. Это наш вассал, которого мы сегодня будем, надеюсь, пересоединять. В желании свободы должно быть меньше 50. Ничего, это мы устроим. Окей, и также мы с вами приняли, наконец-таки, торговые институты. Точнее, всемирную торговлю, да, институт. И, наконец-таки, можем еще заодно выбрать новую идею. Вопрос, какую, довольно-таки хороший. Потому что, почему бы и нет. А что взять только, да? Мы ни разу не брали с вами на административные очки. Ни разу мы не брали на административные очки себе... какие-то идеи. А, не, один раз взяли. Это было в начале игры. Все, больше мы не брали. У нас уже есть две идеи на военку, одна на дипку, одна на административку. На дипку, что меня интересует, возможно, морские идеи, потому что торговая дистанция увеличится, изменение морских традиций, число моряков, лимит флота. Вот это для меня интересно, потому что почему мне вообще интересны морские идеи? Грубо говоря, здесь лимит флота увеличивается. Это для меня очень важно. По одной простой причине. У нас раз море идет, два море идет. И третье море идет. То есть здесь тоже мы вышли. Везде нужен, естественно, флот, чтобы воевать, чтобы что-то делать. Давайте глянем на бафы. Лимит флота, стоимость кораблей, генералы без содержания и эффективность блокады, эффективность каперов. Можно взять. Почему нет? Можно взять. Шпионские идеи тоже звучат неплохо. Тут влияние агрессивное расширение минус 20%. Это вообще замечательно звучит. Эффективность каперов. Шанс на захват вражеских кораблей. Приятие вассалитета. Ежемесячный рост благосклонности. Цена создания претензий. И кроме вот этой, вот этих двух. Это меня мало интересует, но... Ну, такое, знаете. Меня интересуют еще две идеи, а именно даже три, на самом деле. Давайте в плане убывания. Первое, что меня интересует, это экономические идеи. Доходы от налогов, стоимость зданий, снижение инфляции. Короче, тупо на денежку. На денежку, на доходы, на всю эту движуху. Второе, это гуманистические. Здесь на общественный порядок бафы, на культуру и тоже на всякую вкусняшку. Тоже неплохо звучит. И новаторские, самые последние, что меня интересует. Это еще бесплатные политики мне даст. Вот это. Вот почему я хочу взять. Может, бесплатные политики плюс один? А это звучит очень даже вкусно. Здесь генералы без содержания, распространение институтов, возможные советники, стоимость технологий, стоимость внедрения институтов, прирост инновационности, падение престижа. И еще получаем стоимость советников минус 25. Я бы вот это взял вообще. Это слишком вкусно звучит, чтобы не брать, согласитесь? Давайте глянем, что у нас здесь по решениям. Ну да, у нас уже почти под лимит идет. А давайте, слушайте, так и поступим. Мы возьмем с вами новаторские идеи. Возможно, в каком-то плане это ошибка с моей стороны. Было бы лучше взять экономическую или морскую. Возможно, оно мне пораньше сейчас понадобится. То есть следующие идеи, когда мы сможем взять, да? Давайте вот глянем. Только на 22-м левеле. До 22-го левела еще 4 уровня технологий. Это где-то лет через 60-70. Угу. Ну ладно, давай, давай, давай возьмем. Все, забираем с вами новаторские идеи. И нам, кстати, еще ведь дали с вами нового торговца. Так, тут я нападаю, хорошо. Дали нам с вами нового торговца, которого мы сейчас куда-нибудь с вами отправим. Куда-нибудь мы его с вами отправим. Вот сюда. Сюда я с самого начала хотел его отправить. Меня этот торговый узел очень сильно интересует. И мы им воспользуемся. Что случилось? Да ёб твою. Убей его, пожалуйста.
Он успеет? Нет, не должен. Не надо. Да ты издеваешься надо мной сейчас. Прикинь, успел. Сам фигею. Блядь, это сейчас клоун еще здесь провинцию заберет. Короче, надо миросоглашение. Соглашение мира. Миросоглашение брать. А, перед этим я отдам провинцию казахам эту. Что им еще надо? Угу. И вот эту отдам. Все, мир. Давай, давай, мира. Давай дружить. Я сейчас так на истощение, блин. Невыгодно мне будет воевать. Вот так вот позахватываем с вами, да? Довольно-таки много, кстати, провок. Я возьму. Очень много, я даже так скажу. Блин, случайно на shift нажал. Теперь тыкай, сиди, блин, называется. Вот так вот мы с вами забираем. Да, получается крайне некрасиво. Придется еще одну войну как минимум объявлять. Значит, это меньше из проблем. Так что плевать. Все. Такие вот с нами границы у нас получаются. Не очень красивые какие-то, да, и т.д. и т.п. Но я думаю, это не является какой-то проблемой для нас. Давай, да, уничтожаем этих восставших челов. И чё? И всё. Может, он по итогу соглашения мирного вообще отдаст казахам эту провочку. Было бы замечательно. Ну что, маловероятно? Очень маловероятно. Но границу мы будем проводить здесь. Ну да, как я и сказал. Он в итоге себе забрал эту провку, эту... все, чел тут остался. Отделен от всех. Тут еще мин у нас. Но это все потом будем объединять с вами. Чуть-чуть помальца. По поводу нашего вассала, можно его полностью, я думаю, присоединять. Конечно, тут у него агрессивное расширение, да, появилось? Да, минус 17. Блин. Давай улучшать отношения с ним. Будем почти с ним улучшать отношения. Ну и там, я думаю, начнем его присоединять по мальца. Страна у него довольно-таки немаленькая. Присоединять будем долго. Чем раньше, тем лучше. Логично, логично. О, фига там османы, смотрите, навоевали уже. Неплохо. Так, когда у нас, кстати, мне интересно, перемирие с османами уже завершено? Еще не завершено. То есть еще пока что сидим. Вот, точнее, завершено, что-то я тупанул. У нас перемирие завершено, нам бы повоевать. Но мы только что воевали. И типа, а смысл, да, опять идти на войну? Ну, сейчас войн будет целая куча. Сейчас уже такое время, когда все воюют, 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 воюют. Бесконечно коалиции, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Этот движ повсеместный. Начинается. И мне нужно обязательно в нем принять участие. А как иначе-то? По-другому никак. Так, а сюда войско. У нас в итоге три войска, да, здесь стоит. Ну, не то чтобы прям гуд. Ну, пойдет. Ну, пойдет. Так, это у нас непроходимая территория, да? Тут это все пустоши, все длинные. Поэтому я хочу вот так вот здесь отгородиться. Я вот здесь поставлю, сколько надо будет. Раз, два, три крепости я здесь поставлю. И все. Вот эта вся территория будет непроходима для врага в будущем. Франция меня в итоге зовет на войну с османами. Блять, это плохо. Ну, видимо, мы сейчас опять на восток пойдем. А Франция решила раньше меня войну османам объявить. Ну, в принципе, ладно. Может быть, Франция мне какие-нибудь провочки отдаст. Было бы еще замечательно. Как-никак, мы с ним довольно-таки хорошо дружим, все дела. Да и у нас прикол в том, что не только, собственно, я с Францией буду воевать. У Франции тоже есть союзники. Это Папская область, это Венеция. Итого у нас войск намного больше, чем у османов. Намного больше, что-то мне подсказывает. Ага. А, смотри, еще что в говне там обмазанные, да, сидят? Да нет, а почему так показывает? А, у него 90 тысяч пушек, потому что... Ну, в общем, да, у него все очень плохо. У него все очень-очень печально. У меня это только на руку, будем честны. С кем он в союзе? Угу, угу. Ну что, погнали? Война будет довольно-таки интересная. Жалко, что не я ее, так сказать,
начал, да? Ну да хер с ним. Ну флот тут у османов сейчас раскидают, только в путь, на самом-то деле. Потому что там Венеция, у Венеции флот довольно-таки хороший, да плюс папа римский, да плюс еще Франция сейчас подъедет. В общем, османов нет шансов. В этом плане у османов нет шансов. Ну, кстати, еще перемирие с Федором ведь закончилось, надо им тоже войну объявить. Будет обязательно. Даже не обсуждается. Проблема в том, что османы пойдут по-любому меня херачить. То есть они не пойдут воевать с Францией или еще с кем-то, они пойдут воевать со мной. Потому что я с ними очень много где граничу, и это как минимум логично и удобно. Короче, не очень. Как-то так вот. Но надеюсь, они сейчас быстро тут все подхватят, все сделают. И пойдут захватывать османов. Я особо по люлям не это. Люлей не получаю. Не хочу, не надо, пожалуйста. Так, 36 тысяч вижу. Это уже победа. Вопрос, что Франция захватит. Надеюсь, она не пойдет прямо-таки сейчас себе провки здесь отбирать. У османов какие-то. Просто она же войну объявила за какие-то провки. Вопрос, за какие? Надеюсь, не где-то здесь, потому что они мне нужны. У меня тут претензий целая куча. Может, если глянуть его претензия. У него нет вообще претензий. За что он воюет? Я в душе не ебу. А, цель войны заблокировать порты. Ага. Охуенная цель войны у вас. Я вас понял. Я вас понял. Я вас полностью понял, блядь. Ладно. Окей, хорошая цель войны. Поддерживаем. Поддерживаем? Поддерживаем. Ну, даже в плюс, если османы сейчас... Я все жду, когда османы развалятся. Для меня это просто какая-то влажная мечта маленького мальчика. Я не знаю. Что-то такое. Ну, не, ну а чё? Также, кстати, нам надо продолжать строительством заниматься. У нас там есть задание на мануфактуры, чем я, собственно, и предлагаю заняться. У нас сейчас железо очень популярно стало, поэтому мы, естественно, и мы будем заниматься. Также шубы. Шубы. Ну, меха. Ну, из... Ну, вы поняли. Шубы-то из меха делаются, значит, шубы. Все правильно. Шапка-ушанка, все дела. Так, вы вообще османов видите? Я тоже не вижу. Они есть, блядь. Где только непонятно. А, вон где. А с нами еще Арагон. Кастилья, кстати, тоже как-то в этой катке плохо отыгрывает максимально. Тут в итоге, смотрите, да? Кастилья воевала с Арагоном, она его не дохватила, как минимум. Потом Арагон еще Лука отхерачила. И также Папская область. Короче, я впервые такую катку вижу. Обожаю Европу, блин. Это точно моя влажная мечта была с детства поиграть в Европу. Я просто не знал об этом. Я просто об этом не знал. Но это кайф. Это ж правда кайф, блин. О, еще деньги. Деньги я люблю. Кто не любит деньги? Все любят деньги. Не знаю, я не вижу османов. Они правда где-то там в углу забились, плачут, наверное. Не трогайте нас, пожалуйста. Ну как-то так, блин. Так, давайте-ка пойдем сюда. На всякий случай. Чего уж таить. Тут пацаны, я думаю, сами справятся. Я им тут вообще не нужен. У них тут весело. Флот у османов, так полагаю, уже раскидали, да? Нет, еще что-то плавает. Плавало. Сейчас уже наплавалось, кажись. Ему кто-нибудь поможет? Тут где-то я видел только что флот плавал в большом количестве. Чего же все? И кто победит? Ясно, османы победят. Они победят? Не, они не победят. Ну, в общем, ладно. Ну, в общем, ладно. Ну, окей. Плохо, что у меня сейчас перемирие будет с османами. Но это вообще мне сейчас никак не в тему. Я хотел с ними повоевать. Мне нужно отбирать их провинции по заданию. Мне это очень-очень нужно. Крайне необходимо, как воздух просто. Османы, кажись, сюда куда-то ушли. Ну и то у них тут войско такое, что это войском тяжело назвать. Я их вообще не вижу. Вот единственное их войско вижу. Все. А вы будете там помогать? Он идет. Успеет? Должен успеть. Блять, нахуй ты отступил, идиот, на Франции. А, ну папа в соло. Папа солид. Ну на то он и папа. Че у него тут? Боевой дух 5,8. 4,9, 2,2. 110, 106. Ну да, тут без шансов у османов.
Я хер знаю, где османы гуляют. Прикол, они сейчас где-то здесь ходят, да? Пытаются обойти мою страну, чтобы где-то вот тут зайти. Я преисполнюсь. Я правда преисполнюсь. Так, ладно. Пока ничего интересного не происходит, будем захватывать пробочки. Нас никто не трогает, мы никого не трогаем тоже. Мы люди мирные, как бы, да, все дела. Так, ну, это не считается. Восставшие, они просто, как бы, ну... У них хобби восставать. Это никак не связано с тем, что мы мирные. Честно, честно. Так, может сейчас еще заодно, пока идет эта война, нам Федора войну объявить? А, у нас тут, видите, национализация еще идет. Сколько? 39%. А, так давай объявим войну, че мы? Я думаю, можем себе позволить. Можем ведь? А, кстати, перед тем, как объявить войну, как, сколько тебе лет? 60? Нет, не буду ничего брать пока. Возьмем с вами падение престижа, минус один. Давай пойдем объявим войну Феодора. Че бы нет. За них только Черкесия вступится, мы и Черкесию заодно с вами сейчас сразу схаваем. В этом, собственно, и заключалась вся логика. А, я знаю, почему тут османы не ходят, им никто права прохода, блядь, не дал. А, это многое объясняет, кстати. Они тогда... Они вообще нигде, типа, пройти не могут. А, им вообще никто права прохода не дал. Здесь видите, как сделано? Тут осталась одна пробка у Каракаинлу. Здесь несколько правительственных Карабаха. Все, они пройти банально не могут, потому что им права прохода не дают. Это гениально. Но мне же хорошо. Я думаю, чё они идут? Теперь все стало на свои места. Они ничего сделать не могут, поэтому они пошли туда, в Африку куда-то. Что-то странное делать. Так, объявляем войну Феодора. На завоевание. И сразу же просто захватываем его без смс и регистрации. Вот так вот все просто делается. От нас больше ничегошеньки не требует. Почему тут Франция захватила, непонятно. И прикол, он тут еще поровки заберет, я охуею просто. Так, меркантилизм увеличивается, это хорошо. Так, государственный деятель у нас с вами откин... 5? Круто звучит. Так, дипломатическая репутация, давай. Нам бы кого-нибудь относительно молодого. Вот этого чела на административку, я бы его улучшил один раз. И вообще все хорошо будет. И не знаю, что можем сделать. Хотя смысл. Нам, кстати, наследник нужен. Что-то давно, да, уже не появляется. Потому что из-за того, что я кучу наследников уже нахер послал, они такие. Ну и не будете тогда наследника. Да, тут османам очень плохо. Надеюсь, это не так. Мне наследник нужен, просто не настолько плохой. Ну или если наследника так нормального и не будет. О, это хорошо. Если наследника нормального так и не появится, мы с вами сделаем все довольно-таки просто. Я же могу сменить. Да, я могу стать республикой в любой момент. То есть я могу переобуться, знаете, в воздухе просто. Это довольно-таки удобная вещь. Лишней точно не будет. Так, национализация полностью, да? Да, она полностью прошла. Теперь меняем с вами религию. У нас вот видите, православие. Ай, балдеж-то какой. А раньше, помните, тут маленький кусочек был. Загибающийся вот этот вот обдристанный, да? А вот теперь, смотрите. Ай, как... Ой, как хорошо это все. Так, заключаем его с своим большим врагом Тугуртом. Ну, это союзник. Османа, если я не ошибаюсь. Ну, логично. Беспощадный кто я? Дипочки. Кстати, это хорошо. Ну что уж, правда, потратить престиж, нежели что-то еще. Командир нас покинул. Ну и ладно, что ж поделать. Покинул и покинул. Земля тебе пухом. Что у нас, кстати, по заданию? Сколько мне еще нужно? Они еще строятся, наверное. То есть у нас сейчас 14, здесь еще 4, того 18. Надо 2 штуки еще построить. У меня как раз есть денежки на это все. Давай сделаем. Можно, кстати, ведь не то строить, чем другое. Я только мануфактуру-то и строил, по сути. Или они и нужны? Да не, наверное. Что, рекрутов? Да что-то как-то... Не знаю.
Что-то как-то даже не знаю, слушайте. Ну давай, ладно. Пока тут довольно-таки много денег дает эти меха. Я даже 4 штуки еще построю, пока есть возможность. Почему нет, правильно? Так, осада завершена. Осталось последнюю... Последний городок захватить, и война закончится. Крым точно будет наш. Уже точно, 100%. Даже не обсуждается. На самом-то деле. Сейчас сразу за вот так поделаем. Бац-бац. И денежки все забираем. Готово. Минус 2 страны. Ну а вы что хотели? Да, вот так вот все просто в этой жизни делается. По-другому не умею. Престиж. Угу. Да, я, как и говорил, тут нахер никому не нужен. Я что-то позахватывал, что-то тут поделал. Просто чтобы по итогу войны... Ой, им все-таки дал кто-то право проход. Просто чтобы по итогу, блядь, по итогу войны... Я могу сам мир предложить? Могу. На меня немножко обидится Франция. Но я считаю, это меньше из моих проблем, блядь. Заодно я задание выполню. Да не, давай не буду. Херси. Прилучи османа отхерачим. Это плохое поведение. А, я уже иду. Все, понял. Вопросов не имею. Кабисом я могу, конечно, насобирать этих штучек. Территории, да? Надо с ними что-то делать. Нужно с ними что-то доделать. У нас уже авторитет патриарха 63%. Так, сколько у нас, кстати, с вами? Общественные порядки минус 5 почти. А вообще обычно минус 6, да? А даже минус 8. Фига себе. Минус 8 это вкусно. Сейчас будет еще одно восстание. Ладно, я не буду выходить из войны, чтобы отношения не портить с той же Францией, да? Пусть воюем, как воюем. Я выйду, только если он отдаст мне все эти провки. Пока он не хочет. Требования превышают еще военный счет, как видите. Короче, не видно никакого смысла. Перевожу дословно. Блин, а они отстают по военке, если да, я бы напал. Не отстают. Блин. Ой, как вкусно. Ну пойдем, пойдем сходим погуляем. Пройдемся, пробздимся немножко. А, я у них тут еще союзник. Ну, кстати, тогда может есть шансы еще все. Даже двумя стаками. Даже двумя штаками их отхерачить. Так, музыка вроде громковата, да? То громко, то тихо, блин. Раздражает, если честно. Так, еще с кем-то перемирием там на заключение. А, все, они обосрались. Ну ладно. Человек простой. Не хотите, как хотите. Мое дело предложить, ваше идти куда-нибудь. Сказала бы, но не буду. Говорит, какой-то движ, да, происходит интересно. Не, ну благодаря мне османы такую хуй засунули. Это, конечно, да, это сильно. По-другому это не назовешь. Так, можно с вами вкачать, наконец-то, дипломатические технологии 18-е получить, да? Сеять недовольство можем теперь у врага, скорее всего. Ну, это не так интересно, на самом-то деле. Что у нас там по восстаниям? 3 восстания, одни из них буряты. Тогда возвращаемся сюда. Ладно, я верну войска. Черт с ним, надеюсь, сейчас война просто закончится. Срок плана истекает. Ну, а я что поделаю? Такова жизнь. Не получилось. Не повезло, не фартануло, да? Так, желание свободы давайте глянем, какое у него. 63%. Я могу вообще их как-то задобрить или с помощью очков вроде? Ага. Во, успокойте меня, узнать, я вот про это. А, это за престиж. А можно за что-нибудь другое, пожалуйста? Нельзя, да, только за престиж. Ну, блин, мне престиж сейчас нужен. Наследника до сих пор нет, меня вот это вот смущает больше всего. Еще там какие-то восстания пошли. Зачем, за что, за кого? Нахуя? Неясно.
Я бедный осман. Мне теперь даже немножко жалко, если честно. Чуть-чуть, самую малость на самом деле. Да вообще, ладно, пофиг. Так. Ясно, меня кто-то обидел. Хайси какие-то. Да чё, ты не волнуйся, ты долго жить не будешь, братишка. Все будет хорошо. Можешь там не писать ничего мне. Письма еще отправляют любовные. Зачем, да? Скоро я к нему наведаюсь в гости. Так, вот и восстание, которое я так долго ждал. Я хочу сейчас накопить на самом деле... Чё это? С кем? С Хиджазом. Я хочу накопить денег и улучшить наш Санкт-Петербург. Там получить бафы довольно-таки неплохие. Я думаю, оно того стоит. Что думаете? Я думаю, неплохо стало. Должно неплохо так бафнуть нашу страну. Там бафы очень хорошие, если я не ошибаюсь. Давайте еще раз глянем. Я уже забыл, но я помню, что там хорошие. Да, годовое изменение абсолютизма, прирост готовности реформ. Вот что меня больше всего интересовало. И распространение институтов. Плюс 10% получаем. Это тоже очень хорошо. Короче, все надо. Все нужно, все надо. Так, Кастилья вышла из войны. Так, эти теперь не согласны. А когда они будут согласны? А, они... Ну да, мне просто... я просто в войне толком не участвую. Из-за этого-то они не согласны, по большей части. Все довольно-таки просто. Если подумать. Где у него все войско? Оно просто где-то АФК стоит? Видимо, да. Видимо, так и есть. Черт возьми, боевой дух армии. Да какого? 2 года? Не страшно. Так. Ну слушайте, 60 монет. Учитывая, что я фул войско содержу. Надо, мне кажется, наше войско наращивать опять. Начинать опять наращивать наше войско. Что лучше взять? Да давай, ладно, я тебя возьму. Так. Сколько я за торговлю получаю? 66 монет. 66 монет. Толком перестала, да, развиваться, я заметил. Надо будет сейчас что-нибудь там поделать. Ну, сейчас война закончится, в которую меня втянули. Мне интересно больше, сколько перемирия будет длиться. Так как это вообще война идет не за какие-то провки, да? По логике вещей, перемирие должно длиться довольно-таки недолго, на самом деле. А, лимит монархов. Че, военные очки почти заполнились? Да ты заебешь меня. Куда мне их тратить? Да ёб твою. Я могу еще вот так сделать. Еще понанимать. Вот так вот. А че нет? Будем с вами профессионализм армии качать. Возможно, это не лучшее вложение в моей жизни, но... Нормально пойдет. Так, может, лучше 4 разведочных сюда куда-нибудь? Ладно, потом, если война начнется, куда-нибудь закинем. Если начнется. Так, да, давайте. Давайте начнем качать наш Санкт-Петербург. И отдадим рекрутов. Рекрутов у меня очень много, я могу прям сразу закончить на самом деле. Они довольно-таки быстро пополняются. Все, 2-й левел готов. 3-й левел что нам дает? А, ну просто те же бафы, только чуть больше. Думаю, 3-й левел уже не так и важен, на самом деле. Долго вы еще воевать будете, бедные пацаны? Мне их, правда, уже жалко. Так, прирост инновационности, вот это мне нужно. Стоимость техно... Ой, какой хороший, слушай, у меня наследник. Ты у нас будешь... Иван, нет? Петр. Давай Петр, почему нет? Бля, пацаны очень сильно хотят перемирия. Прям очень сильно хотят перемирия. Франция, давай заключай уже. Долго мне с тобой? Блять, они опять сюда идут. Франция, я тебя прошу. Закончи эту войну. У нас царь теперь алкоголик. Надеюсь, он не умирает от цирроза печени. Очень это надеюсь. Все, война закончена. О, он отдал мне провинции. Ты мой ми... Блять, я думал, тут Франция. Он и Меритию выделил. Хорошо. А это вообще Богемии отдал, да? А, или мне отдал? Вроде мне отдал, погоди. Блин, Франция вообще молодец.
Так, это не суть важно. Давайте смотреть, что я получил. Я получил вот эту провинцию, я получил вот эти три провинции, спасибо Франции, и получил вот эти провинции, чтобы завершить задание. Блин, Франция. Спасибо. Франция себе ничего не взяла, она выделила просто Эмеретию, по сути. Она только гарантирует, собственно, независимость этой самой Эмеретии, вот это плохо. А я могу предложить ему стать вассалом. Кстати, можно. Давай я его сделаю вассалом своим. Франция это сделать не может, потому что у него перемирие, а я могу. В принципе, она, наверное, не может. Тем более, Эмеретия православием является. Блин, я только от одного сейчас вассала избавлюсь, у меня другой появится. Дожили. Ничего страшного, я его сделаю своим вассалом. То, что он сейчас не хочет, он еще, сука, захочет. Так, мы тогда национализируем прови... А, я только ж, блядь, технологии взял. Ладно, тогда мы с вами выполняем задание. Какое, хоть и где оно? Захватить степь. Мы должны выступить против татар Золотой Орды. Мы должны установить русские знамена в сердце их степных владений, поскольку все они принадлежат матери России. Местные беспорядки, я получаю еще целую кучу претензий и сразу же завершаю эти задания с претензиями. Да, именно так. Первое. Слишком долго мы позволяли крымским татарам бесчинствовать в степях. Пора Третьему Риму показать им, кто тут главный. Получаем веротерпимость, крестноверие, местные беспорядки и местная эффективность миссионеров, что нам уже не нужно. И объединить степь также выполняем. Несмотря на победу над многими из наиболее грозных орд, мы можем еще более укрепить свое положение в степи. Нужно объединить регион и подчинить себе оставшихся кочевников, что мы тоже с вами благополучно выполняем. И все. Здесь мы с Веткой с вами полностью завершили. У нас остается захват Румынии, Третий Рим, раздел Польши. Ну и дальше это уже Восток. Идет. И вот эти вот задания, которые не связаны вообще никак с войнами толком. Дам проход войска. Пусть гуляет. Давай, сяночки будут копиться. Я пока успею еще обратить их. Так, Франция хочет со мной династический брак. В принципе, я только за. Так, с кем я улучшаю отношения? С тобой я улучшаю отношения. Сколько у тебя желания свободы? 64%. Желания свободы у тебя, да? Че, давай потратим престиж, наверное. Бля, будет 54 все равно, да ты издеваешься, нахуй. Че, еще давай престиж потратим? Надо просто их присоединять. Надо их присоединять, это 100%. Значит, это все затянется очень надолго. Престиж не страшно, он еще накопится. Тем более у нас там теперь бафы, у нас престиж плюс 2 в год, нихуя себе. Пойдет уж. Все, присоединяем вассала. Сейчас очень много дипочков будет тратиться. Но в принципе это дело такое. По 0,5 в месяц. Нормально, нормально, пойдет. Пойдет, пойдет. Дыхабельно. Так, продолжаем национализировать. А что еще мы делаем? Наверное, вот здесь вот крепость я снесу. Да. Здесь крепости пока оставлю. Так, самостоятельность колонии. Сейчас здесь пробки у нас разблокируются. Давайте подождем. Там сколько надо? Месяц больше? Месяц. Все, мы где-то тоже с вами все колонизируем. В чем прикол, кстати, этого всего движа? Так в том, что там тоже есть какие-то страны. Вот где-то здесь. Вот тут же небольшой такой завиток есть, кто не знает. Вот тут, кстати, если отдалить, то видно, там что-то есть, да, видите? В общем, а в чем рофл? Там есть несколько всяких якутских этих стран, которые, как вот в Америке. У меня Америка, ух, ебать, там пиздец. В Америке тоже там были эти индейцы, да? И они бегали, просто по одной пробочке гуляли. Типа кочевники с одной пробкой. Вот в Якутии наподобие тема, только они не кочевники, но с одной пробкой. Как-то вот так вот оно все. Так, это мы тоже с вами забираем. И выполняем еще задание, наверное, на колонизацию Восточной Сибири. Да. Мы появляется у нас с вами исследователь.
Наши первопроходцы открыли обширные земли Восточной Сибири. Мы должны воздвигнуть крепости, чтобы обеспечить контроль над ними. Выполняем это задание, получаем с вами исследователя и открываем целых 3 квеста. Это колонизировать Аляску. Ну, оно и понятно, это нам туда. А освоение Амура. Это вот эта вся часть. Нам придется воевать с Японией, это 100%, даже не обсуждается. Расширить ЕСАК на восток. Это надо воевать... Да, вот с Хайси. Я о них говорил, помните? Сказал, что им будет очень больно. Вот это о них решила. И у нас куча претензий также появляется. Этим всем мы сейчас будем с вами заниматься. Чем раньше, тем лучше. Потому что Япония потом довольно-таки сильная тоже становится. Она уже довольно-таки сильная, наверное. Хотя у меня... Она до сих пор, блядь, у меня не открыта. Потому что я столицы не вижу. Вот почему. Ну и ладно, фиг с ним. Лука тут что-то делает. Что я предлагаю в данный момент сделать? Я предлагаю... по восстаниям у нас что? Да вроде по восстаниям ничего не намечается. А у Хайси сколько войск? У него есть куча данников, но это... Плевать. По сути. На это, по сути, плевать. Проблема в том, что я не вижу Японию, чтобы с ней воевать. Так что пока что даже войска сюда нет смысла подводить, по сути. Надо дождаться. Дождаться чуда. Так, все, пока не буду ничего делать. Или буду? Давай. Надеюсь, я не ту провку выбрал. Да, нету, все хорошо. Так. Так, вроде вот это, да, эта провка? Вроде да. Так, админочки. Что по поводу админочков? Я хотел апнуть здесь пацана. Ему сколько? А, ему 65 лет, поэтому я и решил, что не буду это делать. Я могу его уволить? По сути. Наверное, кого-то более молодого? Да нет, сука, все старперы ебучие. Что у нас по инфляции? Инфляция маленькая. Давай возьмем фитнес миссионеров, ладно. И апнем его на один левел. Будем платить по 20 монет, потратим кучу денег, но мы быстрее, как минимум, примем все идеи. Что довольно-таки существенно влияет на весь движ. Все, тут у нас уже идет лютое опережение по годам. То есть мы топ-1 в плане технологии. Османы уже отстают. Да, в принципе, все сейчас наравне держатся, на самом-то деле. Время такое, что уже никто отставать, по сути-то, и не будет. Ну, там, африканские страны не в счет. Хотя и они уже, наверное, нас нагоняют, да? Так, я улучшаю отношения с этими молодыми людьми. Экономическая сила русской державы в сравнении с Эмирет. Угу. Чтобы это улучшить, точнее, чтобы этот дебаф пропал, если не ошибаюсь, Так, это мы убираем. Если не ошибаюсь, то что нам нужно? Значит, торговлю делать тут, да? Надо больше влияния на торговые точки иметь просто. 53%. Кстати, я еще какое-то задание выполнил. А, я выполнил задание, да, царские мануфактуры. Колеса промышленности всегда движутся вперед. И по мере того, как появляются новые технологии производства, Россия не должна оставаться в стороне. Государство должно построить и поддерживать как можно больше мануфактур. Мы за это получаем кучу денег. Эффективность производства еще на 25 лет 30%. Офигеть. Это сильно. Следующее задание — это самодержавие. Это нету смысла смотреть, может, нужно это выполнить. Нам нужно набрать стрельцов. Доля земель короны больше или равна 75? Что, блядь? Чего, блядь? Это сильно. Начнем отбирать просто землю у них пока, да. Со временем мы это сделаем, но это долго. Это очень долго. Офигеть, 75! Вообще, осознаете, да? Мув. Фига себе. Абсолютизм, по крайней мере, кстати, нужен 50 еще. Кинационность увеличится. Не, спасибо. Блин, абсолютизм 50, это тяжело сделать. Нам будет некоторые привилегии убирать у наших челов.
Но когда мы это выполним, нам дадут административные очки целых 50. И ежегодное изменение автономии минус 0,10. Кстати, если не ошибаюсь, я ни разу хоть этот квест не выполнял, но я знаю, если мы все это выполним. Административная эффективность плюс 5. Размер военных традиций увеличится на 25. Мы вроде с вами можем стать революционной Россией, если я не ошибаюсь. То есть, да. У нас будет не обычная Россия, а революционная Россия. Как-то вот так. Ну, это обычно под late game всегда делается. Ну, будет прикольно сделать это пораньше. Просто я никогда до late game на Россия с толком не играл. Потому что, ну, не записывал. Если бы записывал, естественно, играл бы. А так что надоедало. Сейчас что-то и самому желание есть. И мне нравится, что вы смотрите. Так что желание тут хуй, блядь, отбавляй, на самом деле. Так, великолепный министр. Доход от налогов плюс 10. Неинтересно. Это можно взять. Так, по поводу великих проектов. Не хочу. Да ладно, давай 1000 монет. 1000 монет уже не так жалко, на самом деле, отдавать за это все. Тут у нас что-то новое появилось. У нас, кстати, появилось кое-что новенькое. Но не то чтобы супер интересно. Так, ну перед этим нам нужно с вами заняться еще этим ведь заданием. Что-то совсем про него забыл. Я уже следующий начал смотреть. Ага. Число всех полков больше или равно 100 лимита. Вот как раз давайте войско начнем сами нанимать. Это у нас доход 60 монет. Я думаю, оно того стоит. У нас, видимо, контрибуции уже закончились. Да, у нас уже вот от этих молодых людей контрибуции кончились. Это наш почти чистый доход, считайте. Сколько у нас тут лимиты? 30-ка, 36. Самые плохие провки по 26, да? По 40. Я полагаю, все войска уже начинать подстраивать под основные. 10, 12, 16. 10, 12, 16. Давай. И вот здесь также. 10, 12, 16. Того у нас сколько сейчас войск? 260 отрядов. И я сейчас ровно нанимаю еще одно войско, и этого должно хватить. Бац. Блять, наебал. Но почти, почти. Но мы с вами сейчас фулл войско наймем. Это немаловажно. А у нас тут еще одно войско стоит. Че? Оно сразу на... Нет, оно не сразу нанялось. Оно нанимается. А у меня 4 топовых войска. Еще 5 появится, еще 6, 7. Ёпта, убивать меня войск. Вообще, по-хорошему, видите, тут уже снабжение по 50. Нам бы как-то наши топовые войска уже по 40 отрядов, что ли, собирать. Каждый. Да? Было бы неплохо. Было бы неплохо. Так, военных очков опять слишком много. Сколько ж можно-то? Так, кого мы выкинем? Давай первый проходится, кстати, турнир. А, он вообще, да, не относится к ним. Блять. Ну и молодец, молодец, молодец. Блин, тут все хорошие челы, на самом деле. Давай вот этого. Ай, ладно, давай тебя. Ну, в принципе, примерно такие же нам медали. Пойдет. Главное, что я за это получаю профессионализм армии, который уже почти 60 является процентиков. Это хорошо, это замечательно. Это нам надо. Так, кстати, по поводу флота, я этим тоже бы хотел уже заняться. У нас тут 30 кораблей. В принципе, я так, наверное, и оставлю. Чуть-чуть для жизни надо. А почему ты вечно сбрасываешь задание, друг, брат? Крым надо, да, его отправить? Он, блядь, не доберется до Крыма, я тебе так скажу. До Крыма ты не доберешься. Я тебе соболезную. Давайте наймем новый флот. Кстати, можем флагман сделать. Ну, содержание флагмана немало стоит. Ну, давай флагман сделаем. Торговление флота от корабля. Вот это возьмем. Скорость передвижения флота. Скорость погрузки и высадки. Каперство, морские традиции от флагмана. Возьму ширину флота.
И, наверное, пушки. Давай возьмем. Назовем наш корабль Матвей, нет. Елена. О, какое хорошее название для корабля. Елена подходит идеально. Так, следующее, что делаю, это, наверное, нанимаю еще 3-4 топовых галеона. И оставшиеся это ранние фрегаты, которые будут, собственно, торговлей нашей заниматься. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Уже лимит. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Почему я лимит превысил? Да, все просто. Я сейчас буду, наверное, строиться немножечко. А именно вот это. Где? Вот. Лимит флота сейчас с вами будем повышать наш. В Крым и построим, чего нет. Можно даже, наверное, Санкт-Петербург. Хотя нет, нет смысла, мне кажется. Вот так вот пока сделаем. Думаю, этого должно быть более чем достаточно, на самом-то деле. Что у нас, кстати, там по лимитам? Уже 1400. Да, больше я брать, пожалуй, не буду. Пока что с меня этого хватит. Если почему-то вообще не могу. Почему? Религиозное рвение у них идет. Кто-то им еще войну, смотри, объявил. Карабах. Чего? Им, у них все равно просто... А, это они, наверное, войну объявили. Сколько их ни херачи, они все равно кому-то войну объявляют. Я в шоке просто. Нахуй. Экономическая сила русской державы. Можете написать в комментариях, как лучше всего это сделать. Хотя, я сейчас все равно буду еще видео записывать, я думаю, нету смысла просить вас об этом. Экономическая сила русской державы. Экономическая сила. Россия, Венеция. Вот она, Эмиретия. Да у меня все хорошо с экономической силой, не знаю, что он гонит на меня со своей силой. Экономической. Ясно. Сколько тут, кстати, денег уже? 15, смотри, монеток, да? А тут? Тут всего две монетки, но это пока. Пока потом. Потом пока. Так. Что у нас еще стоит? 49%. А кто тут вообще у нас еще находится, кроме меня? Венеция тут что-то делает. Литва. Фига себе, они тут гуляют, называется. Ладно. Опять у нас лимит очков. Меня это уже заебало окончательно. Не, ну а чё? Сколько можно? Я просто... Больше очки ведь войны некуда тратить, да? Да вроде да. Я, если честно, не знаю, куда еще войны очки тратить. Я вечно задаюсь этим вопросом. Так и не нашел на него ответ. Но зато у нас уже профессионализм армии 60%. Возвращает рекрутов при распуске. Вот это замечательная вещь. Да, каждый раз, кстати, когда мы преодолеваем какую-то отметку, мы получаем бафы, кто не знал. То есть тут мы можем восполнять гарнизоны. Тут мы можем строить склады снабжения. Довольно-таки полезная, кстати, штука, если у тебя прям огромное войско. Кстати, делается за военные очки. Но оно там временно строится, поэтому я им никогда не пользуюсь. Строилось бы оно навсегда, я бы кайфовал. А так, не. Сколько у тебя войск? 180 тысяч. 180 тысяч. Окей. Пусть пока флот строится. Здание тоже сейчас строится. Они как раз построятся. Все будет идеально, я думаю. Так, верная политика правительства. Админ очки или я могу отношения с кем-то улучшить? О, я Японию, что ли, открыл? Почему я могу с ними там что-то, что-то? Лес реформ. Админ очки. Блять, я не открыл Японию, но я могу с ними улучшить отношения. Это гениально. Genius просто какой-то. Самый настоящий. Блин, не хочу. Честно, не хочу это делать. А я бы, знаете, что лучше сделал? У нас тут много есть всяких интересностей, да? Тут идут где-то торговые пути или еще что-то. Вот тут у нас идет торговый путь. А, ну тут у меня уже построено. Окей, я еще предлагаю вот это сделать. Всеопь, да? Дальше.
Да давайте тоже две провинции сделаем торговыми нашими этими. Не знаю, может, я глупо поступаю, конечно. Да, возможно, так и есть, слушай. Но я это сделаю по одной простой причине, а хули нет. Знаю, глянем, как сильно это влияет. Да и там бафы можно неплохие взять, на самом деле. Топовые вот эти постройки, которые там по 1000 стоят, дают очень неплохие бафы. А если они собирались в этой провинции ничего делать, я думаю, оно того стоит. Хорошо. Так, можно теперь заняться строительством там. У меня еще появился один торговец. Откуда то? А где то? А за что? Не ясно. Ну, спасибо. За торговца, конечно, спасибо. Нам вообще отсюда шелка, точнее, пряности как-то вывозить пытаться. Можно так сделать? Не знаю, не знаю. Давай вот сюда торговца отправим. Блять, что я нажал? Куда? Где ты, друг? Кого я выкинул? Вот отсюда? Нет, здесь не нужен. Откуда я торговца сейчас выкинул? Вот. Ага, все, вижу. Все, так вот делаем. Все, религиозное рвение у них пропадает по чуть-чуть. А, войско умирает, нельзя умирать, надо жить. Здесь тоже войско умирает, нельзя умирать, нужно жить. Давай вот сюда его. Хорошо. И еще одно войско у нас готово. В принципе, пока так и оставим, да? Так, и нам нужно нанять еще 4 отряда. 4 отряда, я предлагаю здесь войска апать. Апать именно пушки будем. 27 монет у нас доход выходит. Пока что как-то так. А, я даже еще могу немножко. Давай. Вот так вот сделаем. Все, хорошо. Так, по поводу строительства. Что меня вообще интересует? Военные традиции. Звучит неплохо. Восстание. Звучит не очень. Дебачки тратить. Звучит тоже не очень. Не хочу. Так, модификатор ценности торговли, тот же регион. Лимит флота. Ну, плюс 5 это мало. За 1000 это очень мало. Лимит армии плюс 5 тоже мало. При напольной торговле уже есть число рекрутов. Короче, надо вот это и вот это строить. Ой, нет, только вот это строить. Может, тут военные традиции повышаются. Это вообще крутая штука. Наверное, это и будем делать. Так, военные очки уменьшатся. Заебись. Ну, хоть куда-то потрачу. Окей, давай так и сделаем. Чего уж париться-то, да? Так и поступим. Национальные беспорядки. Пока не умрет Александр Первый. Или легитимность. Но у нас нету денег, пока что нет. Спасибо, но не хочу. Так, сейчас мы с вами еще выполним задание. Стрелецкие полки являются фундаментом нашей армии. Мы должны и впредь вербовать и снабжать стрельцов, поддерживая наши военные традиции. Как-то вот так вот все у нас. Размер военных традиций увеличивается на 15. А сколько у нас сейчас военные традиции? 56. У нас и так очень много, на самом деле. Но чем больше, тем лучше. Так, ты тут не поспоришь, на самом деле, опять же, да? У них там восстания какие-то идут. Было бы намного лучше, если бы османы просто развалились. Хуя. Мне было бы намного легче, на самом деле. Чем воевать с ним, еще что-то мутить. Так, число полков больше или равно... А что, еще не нанялось войско? А, оно, наверное, знаете, почему не нанимается? Я вам сейчас расскажу. Потому что здесь корабли строятся. В общем, задание мы пока не выполним. Или я могу... где-нибудь найти их попытаться. Ну тут хер, да, отменишь. Что-то не подсказ... А вот, кстати, институты можно глянуть. Ага, все понял. В общем, не отменить. Не отменить. У нас, кстати, появляются еще круче бастионы. Можем его улучшить за 190 монет всего-навсего, что я и сделаю сразу же. Стандартизация униформы. Зачем ты не высвечиваешься? Я же тебя отключал. Не ясно. Так, и новая пехота, саксонская. Мы ее тоже меняем. В общем, да, не получится пока задание выполнить. Ну ладно, окей. Мне бы Японию открыть, блин. Я, конечно, не намекаю, но... Пожалуйста. Мне нужна Япония. Пожалуйста.
Так, и все. Последняя провинция тоже сдалась под натиском нашей лучшей в мире религии, да? Гражданская война в Эмирете. Экономическая сила русской державы в сравнении с эмиретской. В каком вообще принципе, блять? Почему? Почему? Какого хуя? Стань моим вассалом. Будь моим вассалом. Я бы ему обил войну, если бы гарантом не было. Франция та же. Она так. Кстати, она и к врагам не присоединяется. Бля, вот это я тупанул тогда. Ха-ха. Надо было до этого глянуть просто, да? Ну ладно, что сделано, то сделано. Что сделано, то сделано. О, войско нанимается. Еще один отрядик, и мы сможем с вами выполнить задание. А, еще три отряда, еще где-то нанимается. А, еще вот здесь не может. Я тебя понял. Так, давайте пока объединять все наши войска. Наш флотец. У нас уже галеон даже построился, фига себе. Я думал, он дольше будет этим заниматься. Сразу же отправляем их на защиту торговли в Крыму. Будем получать 11 монет. 11 монет на дороге, я думаю, не валяются. Дохода. Это 100%. Так, кстати, что у нас по поводу соперников? На уже дипломатический вес падает. Мяка стиля. Отменить только за дипочки? Не. Это не катит. Франция тоже с Кастилией до сих пор? Да. Еще с Англией появилась. И Австрия, да. Угу. Чё вообще за претензии есть? Он с кем-нибудь воевать захочет сейчас пойти? Да нет, слушай, он с папой в союзе. Там ему куда, некуда идти. Доход. Ну смотрите, у нас все войско нанято практически. У нас 30 монет дохода. Это учитывая, что у меня 260 отрядов. А, 300, извиняюсь. 300 отрядов, ебанешься. Возможно, советник плюс один, это хорошо. Это лишним не будет. Следующее, это распространение институтов идет. Я предлагаю сейчас технологии, наверное, вкачать. Или не стоит? Что нам дадут? Базилика. Доход от налогов... Да, нам нужна базилика, 100%. Это улучшенная... Это улучшенная вот эта церквушка. Она нам очень нужна, поэтому мы сейчас, наверное, ее возьмем. Лимническая репутация плюс один. Давай. Давай. Нам дешевле обойдется. 6 монет всего на все. Где такое видано, чтобы третьего левела 6 монет, а? Ну вот вы мне скажите. Нигде, правильно. Поэтому это забираем. Тут, кстати, что вообще дает? Доход от налогов, местноценное развитие. Угу. Местное торговое влияние. Значит, это крепости в провинции. Эффективность производства в провинции. Как я понял, это стоит делать. Все-таки я правильно, наверное, все сделал. Может, тут куча меха. Куча всяких интересностей, которыми мы торгуем. То есть мех в основном, так полагаю, производится в России. Меха в других странах или каких-то местностях довольно-таки мало. Он может еще где-то в Америке, да, он производится. Но не в таких количествах, как у нас. Может, у нас Сибирь, у нас тут животные, меха, все дела. В общем, климат такой, что идеально подходит, чтобы торговать мехом. Поэтому я думаю, это хорошо, что я этим занялся. Надо это делать, это нужно делать. Подвигнулись производство в провинции. Я прям сейчас бы, блин, взял за милую душу, что я, наверное, не сделаю. О, мне еще деньги дали. Давай, раз. Два. Да давай третью сразу. Бац-бац, все. Теперь надо накопить 3000, и мы сможем еще... ценность торговли увеличить и изменение военных традиций на 003, того 009 будет. Вообще кайфуем. И все, задание мы выполнили. Набрать стрельцов. Следующее — это самодержавие. Безжалостная эффективность царской власти и единственный путь к процветанию государства. И гражданские, и военные чиновники по всем вопросам должны отчитываться непосредственно перед царем. Это тяжело будет сделать на самом деле. Нам и... Абсолютизм нужен выше 50, поэтому это в основном заключаются трудности. Да и вот это очень долго делать, то есть это раз в несколько лет можно делать. Если бы я знал, что это задание будет, я бы заранее начал копить. А я что-то подумал, нафиг оно надо, да? Вот оно нафиг и надо.
Так, а я предлагаю по чуть-чуть тогда отзывать привилегии. Мальца начинать. Чтобы абсолютизм копился. Давайте, кстати, глянем, где у нас абсолютизм. Сколько у нас его? У нас в данный момент абсолютизм максимум десятка. Увеличение автономии минус 2 за 20 развития, порча монет. А где у меня вообще посадить мой, в принципе, абсолютизм? А, вот. У меня его в данный момент 5. Я тебя понял. Я тебя понял. Да-да. Да-да. Кстати, почему это задание выполняется, да? Непонятно. Ладно. Что-то произошло. Что-то произошло. Так, объединяем наш флот. Отменяем пока задание ему. Блять, они что-то развалились. Что-то происходит. Ничего не понял. Ну, в общем, пацаны развалились что-то. Что-то устали. Что-то не устали, мне кажется. Так, это все мы с вами объединяем. Блять, что-то плохо посчитал, да? Упс. Упси. Ну ладно, не страшно. Продолжаем защищать нашу торговлю. 12 монет мы с этого будем забирать. Это мне нравится. А, да, я, кстати, ведь могу просто сделать легче. А именно, я могу их разделить нахуй. То есть только они нужны мне, чтобы торговлю защищать, по сути, там. А, не, нифига. У меня же там еще мой топовый фрегат тоже нужен для этого. Ну а тогда давай их всех объединим. Черт с ним. Пусть будет. Пусть будет. Что у нас по лимиту флота, кстати, стало? Ну, смотрите, хорошо все. Так, еще потом построим, построим бах-бах, и глядишь, еще на один флот наберем куда-нибудь на восток, да, себе? Что у них тут вообще, кстати, происходит? Они за всю игру только две штуки, да, внесли, и все. И хватит, устали, раскисли. Ну, с кем не бывает, я понимаю, понимаю. Так, престиж что-то падает, я смотрю, сильно. Не очень. Стоимость артиллерии, дешевое железо. Я в итоге теперь османов опережаю по войску, причем сильно, очень сильно. Соболезную. Когда у нас перемирие закончится? 37-й год. Не, все равно очень долго. Ну да, я в итоге ведь пробки-то там забрал, как так или иначе. Что аналогично. Так, может давай задание какое-нибудь возьмем? Так, это у нашего восстала, он сам справится. А, что у нас тут? 49%. Можем взять задание. Отобрать земли. 48%. Надо 75%. Это еще сколько? Да чуть-чуть 5 раз. Бля. Бля. Даже больше, тут 48%. Ну и пошел ты. Так, что надо? Захватить пировку. Да я только за. Нам их как раз нужно, кстати. Давай. Мы заодно претензию на эту провинцию получим. Я правда только за. Священная война. Я же вроде претензию получил, нет? Нифига, что-то мне не показывает, что я получил претензию какую-то. А, это священная война претензия. Нет. Чего? А, вот, напугал меня. Все хорошо. Так, за него Харасан вступается и Шунь. Харасана 50 тысяч войск. У Шуня 23 тысячи войск. Можем их отделать. Почему нет? Да? Почему бы, собственно, и нет? Хороший вопрос. А чё, погнали? Погнали, повоюем с вами. Давайте все любят, я тоже люблю. Так, этих сюда. Этих сюда подводим тоже. Сейчас пойдем на войну. Войну я уважаю. 54% у нас уже, кстати, скоро вассал присоединится к нам. С этим, блин, непонятно, что в итоге. Какая-то херня получается. Хоть пошел он в сраку.
Вам так скажем. У нас денежный брак остается, конечно, да. Ну, фигню сделал я, это прекрасно осознаю. Ну, что сделано, то сделано. Что ж поделать-то уже. Ой, серия уже час опять. Меня так просто... Я улетаю в эту Европку, столько всего интересного, и в итоге серии по часу длятся. Возможно, некоторым это не нравится, потому что слишком долго. Намного лучше, когда серия длится минут по 40, да, по 50, потом бац-бац, чтобы не запоминать, мол, там не досмотрел, там досмотрел. Я понимаю, прекрасно вас. Но я не могу ни с собой ничего поделать, к сожалению. Просто вот так вот, вот оно получается. Слишком сильно залипаю. Ну, да ладно. С вами был Костя Залёк. Кто первый на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик и обязательно оставляйте свои комментарии. Мы увидимся с вами совсем скоро. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока.